Всем доброго, если у кого это утро. Или ночь. А мы проспал чуть-чуть. А будешь проспал? Мы в ритме танца все собрали все вещи. В ритме дэнс танца поели. Это как в ритме дэнс танца? Очень быстро. И даже я не понял, на что же я съел. А, это как у меня отец говорил, это закинули, а даже ее на линии? Да. Мы срочно выезжаем. Не, все, мы зарегистрированы уже на рейс, но тем не менее. Сейчас переверну. Такси показывает 40 минут. А, смертельный номер показать? Давай, смотрите, сколько таблеток Татьяна ест. Она же не показывала еще в Ютубе? Ни разу. О, смотрите, сколько она это. 6 штук я уже до этого выпила. Это был детокс-программа. Значит, сейчас покажу, что я пью. Вообще, даже склейки не будет. Здесь у меня комплекс для восстановления центральной нервной системы. Он, ну, сорян, извините. Столько давай лет... быстрее, Склифосовский. Ну, скажу, что я псих. От психа. От психа. А здесь очень крепкий иммунитет, защита клеток от онкологии. Для иммунитета, чтобы псих был здоровый. Чтобы псих был здоровый. Дальше, мозговая деятельность, ресурс мозга и запоминание информации. Злопамятный псих. Так, Германии, это который как раз от седины Диму спасает. А, красивый, злопамятный. И комплекс натуральных витамин плюс омега-3. И в итоге получается коктейль Татьяны Просиной. Коктейль Татьяны Просиной. Вот отсюда работоспособность, вот отсюда столько идей, вот отсюда быстрое запоминание информации, вот отсюда желание не прибивать мужа. И отсюда бесплатный трындёж. Смотрите, за раз, ни монтажа, ни графики, все чисто прямой эфир. Вот как она может 12 таблеток? И после этого будут комментарии. Ваша печенка отвалится, ваш желудок развалится. Это яд. Ребят, на самом деле это натуральный компонент, упакованный в желатиновые капсулы. А папкин дозу вот пока. Ну, у Димы мозг и защита мозга. Не, я проверяю на себе уже второй год Вита Германии. Ты 2 года уже на себе проверяешь. Да. Седина уже практически исчезла. Но, друзья мои, без... составление программы от меня, как от эксперта, я вам пить ничего не рекомендую. Поэтому, если у вас есть желание, но по сибирскому, например, нет карты клиента, пишем. Если у вас уже есть карта клиента, можете написать, я вас отправлю в экспертный отдел, скажем так. Ну зачем так? Программы. Вот, допустим, стресс-релив, если, допустим, у начальника нервная работа, да, подчиненные мозги, или... подчиненные, начальник, мозги у подчиненного, да? Я неважно. С тобой полностью согласна, но тем не менее. Но стресс-релив поможет без назначения врача. Здесь все без назначения врача. Ну, ты же подсказываешь. Программы составляют эксперты, я в том числе. Угу. Без составления программы от эксперта какие-то корректировки я все-таки не рекомендую. Поэтому сначала пишем, потом я вам составляю, а дальше уже вы подбираете под вас. Вот и все. Так, все, это лирика. Надо гонить аэропорта. Сейчас еще раз все проверим. Я прям была недовольна в том плане, что столько комментариев прилетело даже в Инстаграме. Фу, у нас самые херовые Икеи в новостях. Ну давай не будем говорить. Смотрите, пожалуйста. Смотрите, пожалуйста, обзор Икеи Новосибирск. Мы там все сказали. Кстати, я забыл дополнить, Татьяна Павловна. Чего? Мы просто под конец начали торопиться. Я скажу еще одно, что музыка в Икее, Новосибирск, очень тихая. Нам было комфортно работать. И было светло. Вот. А мы выезжаем. Пять уже сюда. Новосибирск. У вас, конечно, весело в аэропорту. Давайте. Безумная благодарность кассиру, который оказался нашим подписчиком. Мы стояли на то, чтобы оплатить доп. Багаж минут 20. То есть до вылета осталось совсем чуть-чуть времени.
Я уже стою, свет у меня уже пританцовывает. Юрьевич стоит просто. Уже дэнсинг. Вот дэнсинг. Уже, да. Там что-то долго-долго возится с парнем. Я смотрю, говорю, можно как-то пригласить кого-то? Никого нет. Я говорю, девушка, говорю, у нас говорю, регистрация заканчивается на рейс. Снимите маску. А я вас знаю, пожалуйста. Так что привет и безумная благодарность. Так что пользы от канала есть. Мое замечание такое, как не приезжай в аэропорт, все равно как бешеная собака, бежишь к самолету, да? Да. Независимо, во сколько ты приедешь, все равно не успеваешь. Немножко аэропорт еще покажем. Пиу-пиу-пиу. Вон самолетик полетел. Юрьевич, мы с тобой одинаковые, смотри. У меня звездочка, у тебя звездочка. Ребята, мы прилетели в Домодедово, но, к сожалению, Саранск все-таки не такое распространенное направление, поэтому самолетики к нам не часто летают. У нас стыковка между рейсами сколько? Летим мы в 11? Дим? Да, примерно 11. Или 4 улетим. И в районе 5 часов мы улетаем. Нашли, кстати, неплохое место, сейчас покажу. А что-то не видно их. А, вот. Летим, едим. Вот оно. Едим. Адекватная денежка и адекватный ценник, и еда адекватная. Душ, вода, не зависит, что пробовать. Да. Да нет, на самом деле вкусно. Тебя снимаю. Сижу на ваши комментарии, отвечаю. Да? Ой, дай покажу. Вот так выглядит работа за кадром. Дима берет ноут и всем начинает отвечать. Кстати, 99% ваших комментариев отвечает Дима. Если только уж совсем какой-нибудь личный заумный вопрос, да? Заумный, да. Да не заумный, нет, по идее ты на все вопросы отвечаешь. Если какие-то вопросы по себе он прилетают, тогда Дима уже отправляет меня либо ко мне. Летим.
летели «Алросы», и, кстати, первый раз летели, очень понравилось, адекватная авиакомпания. Единственное, наши красивые чехлы, чемоданы расхреначили. Мы решили... Будем знать, да. Мы решили заказать брендированные снежинки на чемоданы. Чемоданы, кстати, хорошо пережили полет, нам очень понравились. Слушайте, а может быть сделать один эфир или обзор с комментариями хейтеров? Вот у меня отдельный список есть, который YouTube не пропускает. Где-то где-то с оскорблениями, где-то я хочу спросить, смотрите, интересно вот эта тема. Я как раз у меня потихонечку собирается... Много комментариев, и мы потом, может быть, слух прочитаем, что неадекватно пишут, совсем неадекватно, прям, которые из космоса происходят. Как мы будем отвечать на их вопросы? Я думаю, это будет... Мы не будем, мы просто посмеемся. Ну и ответим. Не будем отвечать. А зачем это делать? Мы просто почитаем, посмеемся. Ладно, решим. В общем, мы поели, сидим, работаем, и сейчас у нас партнер прискачет Алина. Она живет здесь недалеко, кстати, вы все с ней знакомы. Это Видное на улице Завидное. Приедет. Видное на улице Завидное приедет к нам через час. Да, приедет повидаться уже меньше, чем через час. Уже как раз есть спокойный времечко с ней пообщаться, поработать. Это, кстати, один из плюсов, когда ты вот так свободно можешь передвигаться. В Саранске будем почти в 7 вечера. И я думаю, до утра мы уже будем не абонентами, да? Да, там потом родные обрекут. Там потом детки, да нет, нам еще нужно, мне нужно будет бегать на Валбере, забрать Алёнино платье. У нас выпускной на этой неделе, в пятницу. Наше дитё, которое в Икее родилось, уже садик заканчивает. Ну что, друзья, все, отключаемся? До посадки, наверное. Ну, может быть, я посмотрю, если у меня будет свободное время, просто мне нужно еще презентацию сделать. Прогуляю вас по Домодедово. Класс. Светик работает. Сразу, да, друг? Ну-ка, покажи, что снял. Наставник не дремлет. Ну, грех вас не воспользоваться моментом, да? Дима уже наснимался, нагулялся. И вообще, скажи, хочу домой, да? Да. Все? Домой? Хватит. На свою кроватку? Сколько бы ты мог максимум провести в командировке? Если не думать о доме, то долго. А если думать? То недолго. А, ну мы же в Анапе были больше месяца. Не думали, работали. Жух! Обожаю эту камеру. Кстати, животиком вроде у всех нормально после поедания, да? Так, у нас 54-й. У нас 54-й. 51-й. Тут же. Му-му. Ты потом ускоришь это все? Конечно. Пробегание такое. Тррррр. Саранск, да. 51. Беконайзер. Колбасный цех Новикова. Единственное, не хватает в аэропорте горизонтального турболата. А, как в Стамбуле? В Стамбуле? Туда? Туда, прямо. Seven Airlines, flight 2075.
время пришло с вами попрощаться. Влог закончен. Поездка Саранск-Новосибирск закончена. Погромче что-то. У нас вот такой тихий маленький аэропорт. Мы погнали домой. Нас уже там ждут. Все. Ждем ваши комментарии. Все философские посты будут в Инстаграм. Заходите, читайте. А кто досмотрел, молодец. Все, пока.